подъемы, поворотов в языки. Трасса, ты моя трасса, влюблен в тебя я навсегда. Меня крутые перевалы, в Магаданском парке «Маяк» провели Куваевский костер. Это ежегодное августовское мероприятие, цель которого – популяризация краеведческой литературы. В этом году костер посвятили присвоению областному центру статуса «Город трудовой доблести и славы». В годы Великой Отечественной войны Колыма была фронтом ударного труда. Производственные коллективы Магадана поставляли одежду и продовольствие для горнорабочих, а также обеспечивали ремонт оборудования для шахт и приисков. Мы все помним, что магаданцы, труженики Колымы принимали активное участие. Они ковали победу Великую Отечественную. Да? Мы знаем очень большое количество наших земляков, которые добывали золотые металлы. На свои деньги, на личные средства делали танки и на них воевали. То есть сегодня как бы логично, да, костер посвящен именно этой теме. Так удачно совпало, что фестиваль «Куваевский костер» совпадает с праздником людей замечательной профессии. Людей, благодаря труду которых мы сегодня живем в нашем уютном и красивом городе. С Днем строителей! Мы сейчас находимся на том самом месте, где действительно 23 июня 1929 года подошел первый корабль. И вот именно на это место начали выгружать здания разборной школы, домиков и так далее. И именно строители, чествовать которых мы сегодня будем, к 1939 году сделали город, в котором жило уже 32 тысячи жителей, и создали нам те улицы, по которым мы сейчас ходим и гордимся. Это и улицу Ленина, и улицу Портовую, и первую магаданскую школу, и много-много чего другого. С праздником, дорогие строители, созидатели! Также в этот день поздравили и строителей. В минувшее воскресенье сотрудники этой сферы отметили свой профессиональный праздник. Мэр Магадана Юрий Гришан поблагодарил специалистов за их труд, вручил благодарственные письма и почетные грамоты. Градоначальник отметил, что именно благодаря представителям этой профессии областной центр продолжает развиваться. Мы наградили тех людей, которые внесли особый вклад в развитие города Магадана, и тех, кто строит жилые дома, и тех, кто строит спортивные комплексы, и тех, кто ремонтирует школы, инженерные сети. Все они строители. И вот то место, где мы сейчас находимся, это является сегодня эпицентром развития города Магадана. Я уже показал, что вот и от морского торгового порта, и до рыбного порта везде ведутся стройки. 12 строек ведется только в обозрении вот того места, где мы находимся. Безусловно разговаривается. Костер. Торжественный костер зажгли мэр Магадана Юрий Гришан и почетные жители областного центра Юрий Прус и Владимир Печеный. Также в этот день с музыкальными номерами выступили творческие коллективы города.